метров за 100 школа была здесь. Да? Да. То есть это берег так наступает? Да, метров 100 уже прошел. Вот там вот пионерлагерь, вот туда вот. Половину его уже нету, смыло. Тепло. Вот море, самое натуральное. Но близко нельзя подходить. Ну, там обрушается потихоньку. Да, вон, видишь, нету. Ком стоит, он скоро обрушится. Двигается, двигается все сюда. Вот тебе на этом, на автобусе где-то, вот так вот туда, вот тут, пуск есть. Вон, видишь, там ездят. Вон. А у тебя Opel не ведовый? Он не ведовый. Он переднеприводный. Вот это Шиловка. Вот это Шиловка. На этом холме вот. Здесь дальше, говорят, была школа. И вот так вот море подступает. И комья потихоньку вот так вот могут отваливаться. Берега крутые. Да, 60 километров туда, Мариуполь. И вот такая вот красота. Сейчас мы подъедем непосредственно к морю, только немного дальше, вот со стороны Ясенской переправы. И вон там Гирла и Ясенская коса. Там все снимаем. Так. Ну что, поехали? Вот море вблизи. Это уже море, по сути дела. Но здесь никто не отдыхает, потому что камни набросали тут, да, я так полагаю. Да здесь и мелко отдыхать-то. Тут вот, давай сейчас вот до посадок доедем и направо свернем, по берегу проедем. Да. И по асфальту, а по берегу. Давай. Вот здесь, да? Сейчас там направо сверни и лучше, что ли. Вообще вот легко ехать. Ну, намного лучше, блин. Ну, да. Я здесь гонял до конца посюда. Здесь чем хорошо, вот я на Черном море был. Ты не был на Черном море? Нет. Мы с Надей ездили в Анапу отсюда. И как бы там к берегу ты нигде не подъедешь. Ну, конечно. А здесь везде, смотри, вот река, пожалуйста, красота. Подъезжаешь и ставь палатку, ставь машину, где хочешь, и отдыхай. Кто тебе тут ничего не скажет. Пляжи обалденные. Офигенно вообще. Все. Вот это место. Да, я остановлюсь, посмотрю здесь. Это просто ради любопытства. Я хочу посмотреть, можно здесь вот как-то отдыхать, загорать, сейчас я выйду. Да, конечно. Вон Димка, вот там, вон там, где кусты, ставил палатку и туда отдыхал и загорал. Она ноги режет, блин. Ну. Да, вот. Вот тут такой вот песок. Он, ракушка полностью, вся вот эта ракушка истребляется. И получается вот такой минерализированный песочек. Он весь полностью ракушечный. Вот он, ракушечный песок. Классное место. Что, пена? Где там вообще? Вообще, загорай, купайся. Место просто замечательное. Пляжи просто обалденные. Просто обалденные пляжи. Песочек. Но я не знаю его состав. Ракушечный он или песочный. Но здесь можно все в кустах спокойно расположиться. Обалденные просто пляжи. Поехали дальше. Вот до наводнения вот эти деревья все зеленые были. Здесь такая густая посадка вот так вот шла все туда. Вообще обалденная была.
Так. А сейчас, видишь, засохший стоит. Тульчики жгут с шашлычками, тут сухие дрова, они их рубят себе на это. О, на УАЗике пролетел. Идем прямо. Дальше. Но еще теплые дни будут. Будут, конечно. Еще вообще, мы в декабре, вон ходишь, трава зеленая, блин. Да? Да. Ты сильно не разгоняйся, сейчас в ямку влетишь. Да какая тут? Дети играют, ямки вырывают там. Еще на пляже. Мы такие ямы прошли, ё-моё. Дети им же не... Там никакой ребенок не выкопает, блин. Проедем. Тут вот сейчас рыбаки. Охота посмотреть, что они ловят. Бычка или тарань все. Вот тарань хорошо идет, так это съедем. Пару ведер мы поймать, да ее вон сушилку зарядить. Бабулька сидит, представляешь, и полтора ведра тарани, блин, наловил. А мы с Надей как дураки, блин. Че? Выйдем, посмотрим, что ловят. Да, да, там дальше. Дальше. Здесь-то они... Да, они тут хреново ловят. Здесь хуже клюет в этом месте. Что, на асфальт на другой выходим? Не-не-не, сюда. По берегу давай еще проедем. Подойдем, посмотрим, что там рыбачит. Или бычок идет, или... Вон на лодках стоят, видишь, рыбачит. Ага. Да, мы с Наней тоже туда выезжали. Вот в этом месте лодку спускали и ехали. Тут вот надо тебе свернуть, будет сверху. Вот сюда? Ближе к берегу. Вон кто-то еще на лодке пошел. Тут лодку надо этот регистрировать у них, что выходишь в море. Почему? Этот, тут же погранцы вот вышли. А, то есть обязательно, когда ты уходишь на лодке, ты должен подойти к ним? Не к ним, а позвонить к ним. Сказать, что... Вот я вот выхожу. Ты не переплыл в другое государство. Ну, в смысле, как позвонил, они тебя что-то видят, ну, тебя? Все, нет, все, как бы, если ты потерялся... Твой номер зафиксирован. И все не позвонили? Ну, да. Они отдыхают там. Я все хотел вот туда, вон, на лодке, вот, там такие заводи есть хорошие. Туда в заводь зайти и там ночевать. Там что, офигенно. Туда? Да, давай вот туда, вот к этим рыбакам туда дальше. Да это две бутылочки эти. Надо было выложить. Вон там рыбаки сидят. Видишь? Вон туда дальше, где машина куча стоит. Машина. Да, где глубоко это гирло. Тут туда вот. Ну туда вон, отойди туда поверх, пройди. Там? Да, да, да. А то они тебя тут долбанут этим. Да, вот туда вон, где вон. Все рыбаки сидят, давай туда. Пройдем, посмотрим, что там пускает. Может, к этому было подойти. Давай, надеемся сам. Да, давай здесь встанем. На море попрохладнее всегда. Застегивайся. Таранька, да? Да. А на что, на кукурузу, на опарыш? На все клюет. Вот раз я на опарыш ловил. Давай, пройдем.
разговорчивые такие, рыбачка. Неразговорчивые. Прям недовольная даже. Все-таки Есенка лучше, чем переправа. Даже от того, что близость к городу Ейску еще ближе на 12 километров. Все-таки 12 километров. Это существенно. То рыбачить выехать, а то там, допустим, город, допустим, если даже работа какая-то. Ну там на переправе, например, ты можешь хоть корову держать, там тебе никто, там такие луга вообще.